пастор говорит ученику: если ты будешь продолжать общаться с сатаной, то потеряешь призвание. Как много Бог дает и как это вмиг можно потерять, когда человек соединяется с ложью дьявола, принимает на веру, что что-то не то, что настроение не то, что радоваться неохота, что лучше унывать, что лучше верить бесовской верой во все плохое, чем доверять Богу и так далее. Бывает, что дьявол приходит и человека покидает радость. Но пастор опять и опять напоминает, что радость в Господе – это моя сила. От настроения женщины зависит настроение мужа, оказывается. Неужели я позволю сатане украсть свое призвание и мужа потяну в пропасть? Дам ли я исполнить задачу дьявола – погубить семью, украсть силу и разрешу обокрасть мое счастье с призванием? Сатана приходит ко всем, и к Иисусу он приходил, и к апостолам. Это факт. Он вор, который вторгается без спроса. Но что я сделаю в этот момент? Сяду с ним чай пить и беседовать с ним, принимая все мысли, которые он мне подкидывает? Или покаюсь, скажу «вон» и буду верить Богу? Выбор всегда за мной. Но пастор и Слово Божье, которое говорится в мое сердце, всегда возвращает меня в реальность, в правильный дух, в дух радости, победы, благодарности и ценности призвания. Как же глупо было бы потерять все это. Нет, я буду верить в великое будущее с Господом и буду исполнять предназначение от Бога. Много званых,